перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Не, шок крысы, брат. Видели этот интервью с Шоком, где он там что-то вписка, да, где он там типа я был молодой Пабло Эскобар в тюрьме, там отпиздил двух мусоров, одному въебал, другому с ноги, потом бачил героина в тюрьме. Бля, вот честно, вот сидел, смотрел и такое удовольствие, ну, так меня он развлек, вот серьезно, я бы, ну, продолжение посмотрел, он так заливает, конечно. Что, не видели эту хуйню, да? Что там, короче, завтра трек новый, я дропну. Пиздец грязь, короче. Но он называется, походу, я дропну паранойю. Паранойя, пиздец. Короче, кому давал слушать из своих, больше нравится альбом. Это, говорят, самый охуенный трек. Причем девчонка тоже давал некоторым слушать. Ну, у них такой вкус, правда. Мало русский рэп они слушают тоже. Они говорят, лучший трек с альбома. Хотя там вообще ничего женского. Говорят, охуенно звучит, короче. Или, думаю, будем дропнуть на прицеле полностью. На прицеле второй куплет, пиздец разрывной. Ну, скорее всего, я просто дропну, короче, паранойю завтра. На прицеле прям перед концертом, который будет в субботу. А на концерт можно прийти, весь альбом, кстати, послушать впервые. Альбом называется «Моя среда обитания». Кстати, наверное, в пятницу выложу еще обложку. Ну, там... грязь нахуй. Не, нам братуха это обложку сделает, наверное, завтра с утра, бля. От всего сколько треков, братан. Ну так получается, что вообще 9-10 было. Но так как я еще альбом не выложил, а ну, я выкладываю вам треки с него, понимаешь, уже, блядь, половину выложил. Ну, короче, выложу во вторник, в пятницу уже будет половина. И я постараюсь к выпуску дополнить новыми треками. Там еще, может, недельку придется подождать. Но я обещаю, что это ваши ожидания стоят того, как бы. Ну вот, это все. Я не хочу, как бы, сразу раскрывать, как бы, сумазу, блядь. Все карты, блядь, те козыри и как бы типа того. Долго, бля, братан, хуй его знает, знаешь, я этот съездил, отдохнул летом. Знаешь, надо было просто мозги прочистить, блядь. Я приехал, я просто писал эту хуйню просто, блядь, наверное, месяц, за два, хотя обычно очень долго пишу. И это, наверное, лучшее, что я делал. Ну, короче, ты завтра услышишь сам этот паранойя трек, братан. Это что-то вроде истори-теллинга, которого я не люблю, кстати. Но у меня это, судя по всему, неплохо получается, как бы. Слушай, пиздец. Батлиться там не себя. Бля, на самом деле, короче, вот насчет битвы столиц. Мы с Дуней разговаривали, он же там все в теме, эту тему. И как бы мы с ним пойдем на презентацию фильма Диме Суворова, как я понял, это тот чувак, который мне первый клип с Гуфом снял. Ну, не первый, сам такой нормальный, более-менее. Он, кстати, DVD весь снимал. Вот. Нас пригласил на презентацию в октябре. Мы там с ним встретимся и как раз хотели обсудить насчет этого. Что он говорит, ты уж там всех забатлил в Питере, как бы. Как бы, если у вас есть предложение, с кем мне побатлиться в Питере, как бы. Ну, предлагаете. Я вот хотел с ПМом, но он говорит, он с ЕКБ. Но не то, что я прям хотел, но этому интересно было. Да и он вроде как бы на уровне такой. Вот. Просто там все разобраны, бля, ну что-нибудь оригинального соперника хочется. Ну, но и не сыт, блядь. Джонни Бой сыт, как бы. Ну, ПМ вроде смелый чувак, как бы. Ну, мне кажется, что если бы, ну, я с ним батлил, то получилось бы интересно. Хотя лично мне кажется, что он немного не тянет. Но как бы твое личное мнение, никакого, вот, да, там, с Ростова, или его, короче, ну, прошу прощения, никакого дизреспекта, ну, в смысле того, что он не с Питера. Не, Парагрин крутой, не хочу с ним, он, мне кажется, он мне побатлит, а он сейчас в таком этом, да я не могу, как бы,
не могу застирать чувака, которому прям восхищаюсь, знаешь, а мне кажется, вот за ним новая волна батл. Как бы я сразу сказал про Агрин, бля, лучше в сезоне. И все, Мелангиз, ты че, блядь? Ну, а сейчас как бы, кто оказался прав? А вот кого надо было ментором брать, да? Да, Рязань, привет, братан, приезжай, он 1 числа, короче, на концерт. Официально заявляю, что если ты приедешь, короче, на концерт и покажешь паспорт, что ты из Рязани, ты пройдешь бесплатно. Бля, здоровья, охуенно, братан. Фу. Знаешь, там вот осенью, там болячки всякие начинаются, вылезать там всякие эти. Я тебе скажу, братан, у меня в прошлом году еще там что-то желудок, угаду, все, охуенно, съездил, отдохнул. Пишешь грушу, братан, вкуриваю медицинское дерьмо, бля, понимаешь, о чем? Чувствую себя охуительно. Значит, медицинское я пошутил или что? Как бы, брат, ну, стараюсь нормально питаться, не хожу в сраный Макдональдс больше, бля, бургеры лучше сам себе нахуй пожарю, знаешь. Прикиньте, я хуею, мне сраный Инстаграм остановили из-за музона, которым я тут играл, типа авторские права или что-то такое, блядь. Вахуй, блядь. Сраный Дэйв Брюбик, блядь, остановил мое прямое включение, блядь, потому что играл, я сидел, слушал музон, представляете, какой сучара, блядь. Белый хуеплет, блядь. Нахуй удалю тебя сразу из списка, блядь. Бля, я, конечно, может, давно не выходил в прямой эфир, но, блядь, за музом меня еще не останавливали прямой эфир никогда, блядь. Я ж теперь не знаю, что мне включить-то, блядь. Вот, блядь, коины никто не обрабал, блядь. Ну, чё там, блядь. Чё слушать-то было? Короче, паранойя, это завтра будет на прицеле. Что вам поставить, блядь? На момент, por favor. Это мы слышим. Ну, интруха, блядь. Сраный белый, блядь, хуеплёт, блядь, остановил эфир за музон, блядь. 4:20, да? Твою жизнь превратят в ошибание. Жизнь — моя среда обитания. Твою жизнь превратят в ошибание. Жизнь — моя среда обитания. Твою жизнь превратят в ошибание. Моя среда обитания. Твою жизнь превратят в ожидание. Это угроза. Моя среда обитания. Все, что ищет, то это деньги, дед. Кто-то на хвосте, как у президента. Знаешь, Бронер, если честно, у нас всех это ежедневно. Есть жесток ради выгоды. Я пробуду семьи своих родных. Что давали выбрать выход их. Не хас лучше выход без выходных. Давайте можем сейчас сказать нам что. Что ждать всех на уши два счета. Что три дня не про себя такое. Бля, чего ща начнется? Посмотри назад перед полным ходом. Забегаем где только с новым ботом. Все, что уже нам выходит боком. Покрывает лопасть холодным потом. Вышли в подъезд и застрелили сон. Не залезли на город перед. Чучи наркотики, шкуры на обочине. Тут налиться все, брат. Ебать, чего хочешь ты, видите наш флаг. Вся полиция наш враг. Солиц нет пути назад. На наши грести за так. Сраки кружит в голове, небо кружит во дворе. Около полного суки, идем с братухой по Москве. Ну и короче, вот так пока. Ебой. Ну и все, пока не буду больше палить.
блядь, с альбомом, тут вопросы. Там Мишани 43 сводит, да, все фигня там. Вот, народ пишет. Да, конечно, подскакивай на концерт, брат. Буду ждать, нахуй. И как бы, если вы в Москве, 1 числа, G-Club, там будет полный альбом, там будет старый альбом, но прошлый, короче, ебать нахуй будет, блядь. Как бы, ну, новый альбом, ну, так сказать, там для девочек треков нет. Вот, но в связи с тем, что как бы я добавлю трек, наверное, один добавлю. Но он как бы не этот, не веселый. Понимаю, он прям реальное дерьмо. Вот. Но, ну, девчонкам все равно понравится, обещаю, альбом охуительный. Охуительный. Я сам прям в восторге, блядь. Такого реального дерьма давно не зачитывал. А на баллах увидим Эд Гдуни, как он там, это, короче. Пиздец, брат. Не говори. Олег, ну, Олег, короче, я жду Олега, брат. Исполнишь, не, брат, ничего исполнять не буду, все в мясо, блядь. Ты думаешь про хаски, бля, я думаю, короче, ну, как говорится, блядь, я ни в коем случае не оправдываю это, я считаю, это, конечно, беспредел полный, но, блядь, я хочу сказать, что если ты играешь с огнем, блядь, можно обжечься, блядь, а как бы, ну... Ну, с нашим государством хули, блядь. Только сейчас люди поняли, что вы не найдете справедливости там. Ну, блядь, хуй знает. Как бы я ничего против не хочу сказать, как бы там это... Я вообще не хочу, да, в эту политику влезать, нахуй. Да ну, нахуй, блядь. Как, ну, 12 суток хуйня, как бы, блядь. Че, ну, отпустят. Хуёво, что концерты, как бы, запрещают, вот. Я, честно говоря, не смотрел, что там было, но я думаю, Хаски ничего плохого не сделал, и уверен, в его треке ничего плохого нет, они доебались просто до него. Такие у нас мудаки живут, что, блядь? Чё за нигер, блядь? Короче, хуй знает, я говорю, я стараюсь не лезть в это, блядь, надеюсь, его отпустят, брат, и как бы будут, ну... разрешать ему, блядь, выступать как бы нормально. Мне кажется, ну, бля, я пытаюсь как бы как высказаться, не оскорбляя, ну, противоположную сторону, и это очень сложно сделать, поэтому я лучше, ну, промолчу, короче. А, уже отпустили, ну, вот и об этом я и говорю, как бы, видишь, все нормально, брат, как бы... Зато брат, как бы, ну, у него фанатов там стало раз в 10 больше, блядь, мне кажется. Вот, и, ну, там в Америке писали, как бы, блядь. Как бы, ну, кто не сидел в обезьянке? Ну, я, блядь, сидел в обезьянке вообще ни за что, блядь. Вообще ни за что. Как бы, типа мы ругались матом в общественном месте. Ну, мелкие были, как бы, блядь, ничего страшного. О чем альбом? О чем, бля, альбом будет, блядь. А, новый трек, братан. Новый трек «Паранойя», блядь. Ну, название говорит само за себя, короче. Как бы, ну, блядь, никто же не идет там, да, вот. Ну, столько несправедливости вообще сейчас происходит. И как бы я стараюсь вообще активно, ну, поддерживать иногда это, как бы там. Вот когда с детьми это случай был, там, ну, много раз, не хочу вспоминать эти плохие моменты. Вот. Но почему-то рэперы не поддерживают такую хуйню. Они вот только поддерживают, только когда до них доходит, короче. Но сейчас же я уже просто, у меня сил нет, блядь. Я все поддерживал всегда. Если ты попадешь в гримерку, братан, с тебя стелек. Нет, что, не берите ни в коем случае... никакого палева туда, короче, там, если вы что-то хотите делать, там, воздержитесь или, там, сделайте, там, до, я не знаю.
Значит, ты можешь сказать, что ты игноришь, а чего ты хочешь-то, брат? Чего ты хочешь-то, брат? Короче, мне кажется, какой-то хуйни, блядь, убитый просто напорол, прохаскивается, и все. Битва столицы, ну вот я говорю, я вот с Дуней буду встречаться 28 числа, и мы планировали как раз обсудить. У меня не будет нихуя, братан, ты знаешь, я, блядь, за здоровый образ жизни. Как бы, и этот... Я, брат, как-то говорится, тише воды, ниже травы там, да? Понимаешь, что... Набрать тебе? Нет, не могу, брат. Ты кто вообще? Ну давай, брат. А ему нельзя набрать это. Что, меня опять нахуй за музыки пытается? У меня нет музыки. Ой, я был как-то в Якутске, брат. Честно говоря, охуенно. Ну, блядь, а вас так далеко лететь. Ну, и учитывая то, что я вообще самолет не люблю, как бы. Я вообще виды транспорта никакие не люблю. Я люблю ходить пешком, знаете, солнышко светит, и, короче... гулять. Ну или на заднем сиденье ехать, короче. Что-нибудь большой какой-нибудь машины. Поезд, самолет, да ну нахуй вообще. Что в коробке себя чувствовать, блядь. Пройтись, блядь, размяться, знаете. Брат, ну, надеюсь, прилечу. Может быть, знаешь, как бы там года через два изобретят какой-нибудь уже там мега-суперджет, который будет Сапсан-джет, который летает до Камчатки за 2 часа, брат. Ну, как бы, все. Обе, мы с тобой виделись, брат, ну, вполне вероятно, как бы. Ну, ты знаешь, с каким народом я виделись. Брат, ты, конечно... Зарплаты в Москве, брат, не имею понятия. Татухи новый, брат, сегодня должен был делать новую татуху, но по причинам, короче, того, что у меня тут одно дело появилось, мне, короче, ну, короче, не могу раскрывать все карты, в общем, пока воздержусь пару неделек. Блять, запомню цифры. Брат, я запомнил. Посмотри меня, я прям так запомнил. Ой, блядь, пора мне отключаться, что-то меня размазало, да?